Всем приветики. Заказал я себе новое стекло для телефона, потому что это уже довольно-таки сильно разбито. Я телефон свой супер часто роняю. И в этот раз заказал не матовое, а обычное. Потому что что-то от матового как-то напряжно. Ну, в том плане, что всматриваться надо. Ну, нету бликов вот таких явных. Нужно всматриваться. 9D. По идее, оно подходит к моему экрану. Но на моем экране сильно все разбито. Пришло в обычном почтовом пакете, без пупырки. Вот эта штука, по идее, должна была защищать. В этом пакетике, как обычно, две салфетки, сухая и мокрая. Ну и такая вот штука. Правда, здесь я это... заметил такую штуку. Здесь уже скол вон есть. Это неприятно. Вроде новая, а уже со сколом. Ну, хоть скол и не сильно большой, все равно неприятненько как бы. Вон он такой скольчик. И получается, вот здесь все видно. Все четенько видно в отражении. А это стекло я только что снял с телефона. Здесь почти что ничего не видно. То есть, если вот глянуть, два стекла сравнить. Вот это матовое, а это глянцевое. И вот она, лампочка переходит. На этом стекле прям ярко отражается, ну реально как зеркало. А на этом слабо видно ее. Но из-за этого, когда на экран телефона смотришь, я вот сейчас снял это стекло с экрана телефона, и прям картинка такая приятная стала. А так она была слегка как в тумане небольшом. Да, нету как бы таких жестких отражений. То есть, если ты стоишь на солнце, тебе не будет солнце так жестко в лицо отражать. Оно будет немножко размываться. Ну и то, что на экране из-за матового стекла немножко размывается. И мне это надоело. Ну, то есть, глаза напрягает. То, что нужно всматриваться, то, что там все размытое. Поэтому я заказал другое стекло, как и обычно раньше, как у меня раньше было. Но это стекло, если посмотреть, или лучше другую подложку сделать. Здесь уже скол есть. Треснуто он оно. У меня, правда, автофокус сбился. Здесь вот уже разбито. Обломано, здесь скол. Потом снизу. Вон оно все. Здесь вон все такое потресканное, поломанное. Здесь все потресканное, поломанное. Там вон видно трещины. Идут по экрану. Просто он у меня падал. Здесь вот все такое поломанное. Ну и отражения почти что нет. Но под ним видно плоховато. А так они вроде как одинаковые. Так, нужно фокус. Теперь неудобно, нужно нажимать. Он один раз как-то сбивается. Нужно потом вручную нажимать. И в итоге на вид вроде одинаковое. Просто что здесь, если наверх положить, ну-ка. Оно еще прилипает, кстати. Ну да, вроде на вид одинаковое. Но здесь поменьше. Поменьше отверстие. Здесь вот это отверстие поменьше, это и это. То есть нужно прям точно будет накладывать. Но по размеру вроде одинаковое. Ну, оно здесь немножко сместилось. Это я просто не криво наклеил, но так одинаковое. Такое вот стеклышко себе купил. Ну, а на этом все. Всем покедова.